Ну ладно, значит, такой кофе у нас немножко он усох, или как сказать, слежался. Вот. Кофе по-касперски. А это мне Дима выдал рашпиль, вот, и сейчас мы произведем напиток. О, получается, смотри-ка, все отлично получается. А, сколько надо напилить кофе на одну кружку? Ну, не знаю. Ну, в общем, это отличный метод, только рашпиль я с тобой не повезу, он тяжелый. Тяжелый. Так, хватит, нет? Все, вот так вот. В общем, если имея рашпиль, можно съесть даже кофе, который такого вида. Вот. Ну, в общем, да, угощайтесь кофе. Всем пока. Ну да, как на терке прям.